Ну что ж, дорогие друзья, Ольга Гриденова хотела держать в интриге, но у нее ничего не получилось. Встречайте, куртка Марите. Какое красивое название, впрочем, как и сама наша новинка. Ну, Света, она не успела еще и появиться на нашем подиуме, пока мы даже цену наши телезрители не знали, и уже активно ее начали заказывать. Сейчас разберемся, почему она вам так приглянулась. Итак, 1800 рублей вы сегодня экономите на куртке Марите. 5399 рублей. Как понимаете, бесплатная доставка вам гарантирована. Ну что ж, даже если в вашем гардеробе уже есть куртка, вот эту вещь, куртку Марите, я курткой назвать не могу. Это стильное велюровое полупальто. Весь секрет, конечно же, в самой ткани. Вы можете представить себя, что это трафаретное нанесение лакированного принта на велюровую ткань. Сама сложность работы. И еще я хочу сказать, что такие ткани сейчас днем с огнем не сыщешь. Вот так вот будет переливаться ваша куртка, и она напоминает нам натуральную кожу. Но преимущество нашей ткани в том, что за ней можно ухаживать. И наше велюровое полотно с лакированным покрытием не деформируется после стирки и остается как новое. А вы можете постирать свое пальто? А, нет. А нашу курточку можно. 5399 рублей бесплатная доставка. Не забудьте про нее. Мне нравится все, что блестит. Мне вообще такие вещи нельзя показывать. Мне сразу хочется ее забрать в свой гардероб. Ну что ж, это неудивительно, Олечка. Посмотри, Люба только показалась на брюках Грейс и на ботиночках, как уже звонят в колл-центр и заказывают куртку Марите. Да. Давайте обратим внимание на ее длину. Все-таки она удачна. Нашу куртку можно носить как с брючками Грейс, как это делает Люба, но для элегантных, особо элегантных дам, я предлагаю вот такой следующий вариант. Вы можете выбрать нашу юбку Аманда. Обратите внимание на контрастность. Горчичный цвет с черным смотрится великолепно. Или, если вы хотите более спокойную гамму, то оттенок баклажан. Вообще, дорогие друзья, наша модная рубрика приходит к вам на помощь и подбирает для вас готовые ансамбли, чтобы вы сами не мучились, а заказывали сразу готовой партией. Я бы хотела заметить, что да, готовые ансамбли также могут гарантировать вам бесплатную доставку. Вот еще одно важное заявление. Размерный ряд у нас, Света, от 52 до 70 размера. У нас большие размеры. Есть наличие, что редко встречается в верхней одежде. Ну что ж, и это прекрасно. Вообще, сам по себе силуэт куртки свободный. А я хочу сказать, что это подарит нашим женщинам свободу и уверенность, конечно, в том, как они выглядят. Свободные вещи скрадывают и маскируют те формы, которые мы не хотим с вами показывать. Ну и не нужно. Мне очень нравится, что наша куртка посажена на подплечники. А это значит, гарантия того, что сидеть она на вас будет, а не висеть. Вот они спрятались внутри. Еще один прекрасный элемент – молния. Она не деформирует наше велюровое полотно с лакированным покрытием. И молния очень удобно застегивается и расстегивается. Хотите украсить себя? Пожалуйста, любой яркий шарф будет идеально смотреться на воротнике-стоечке. Любите носить водолазки, джемперы, свитеры? Пожалуйста, вы это можете сделать с нашей курткой Марите. Куртка Марите мне напоминает праздничный пиджачок. Да. Ты знаешь, очень здорово, изысканные вещи, мне тоже очень нравятся. Вот пройдет мимо такая красавица в этой куртке, все будут на нее оборачиваться на этот блеск, на этот шик, на красоту. Мне нравится, что ее можно стирать дома в стиральной машине, никакой химчистки. Знаешь, есть у меня одна курточка, которую стирать нельзя, мне так жалко денег на химчистку, объявили 5000 рублей. Оля, я тебе хочу сказать, что сегодня во многих химчистках кожаные изделия могут попортить, чего не произойдет с вашей курткой Марите. Давайте заглянем сейчас внутрь и посмотрим на качество. Мы видим с вами идеальную подкладочную ткань, выполненную из приятного вискозного полотна. Между прочим, она выполнена очень дорого, богато, напоминает нам шелковистую текстуру. Бортовые зоны тоже усилены тканью велюровой, и, конечно же, это доказательство того, что здесь мы материала не пожалели. Как я рада, что сегодня наши производители выбирают современные ткани нового поколения. И давайте еще раз насладимся этим блеском под кожу рептилий. Куртка Марите напоминает нам кожаную куртку, но на самом деле она намного интереснее. Велюр, и на велюр трафаретом нанесена лакированное покрытие. Да, очень красивый блеск, мне нравится. Вообще под рептилию сделана наша курточка. Знаешь, это тот самый редкий случай, когда я хочу сказать нашим телезрителям: не звоните своим подругам, не звоните своим соседкам, ни в коем случае не говорите им, чтобы они включили телеканал Shop & Show, а сами бегите, звоните в колл-центр, чтобы только у вас была такая классная куртка Марите.
Ну что ж, велюр с лаком, имитация кожи, гарантия того, что вы эту куртку можете оставлять своим детям, и когда мода вернется, они в этой куртке будут всегда на пике популярности. Как прекрасно покупать вещи, которые мы вкладываемся и ухаживаем за ними дома. После стирки с курткой Мэрите ничего не произойдет. 30 градусов температура воды, хорошенько ее прополосните и повесьте на плечики.